Внимание! Сегодня мы будем пробовать продукт, обработанный настоящим жидким азотом с температурой минус 196 градусов Цельсия. Итак, мы начинаем! Всем привет! Мы сегодня с Олей будем пробовать молекулярно-криогенную кухню, то есть дыхание дракона. Это все популярно уже на Западе, в Америке, в Европе. До нас это только дошло. Поэтому это новинка. Смотрите до конца. И, наверное, начнем. У нас есть вот такой вот набор, который мы заказали. И в этом пакетике термос. В термосе что? А что в термосе? А в термосе у нас находится азот. Его температура минус 196 градусов. И для чего он нужен, мы покажем немножко позже. Также у нас есть кукурузные палочки с тремя вкусами. Обычные кукурузные палочки, ничего нового, просто кукурузные палочки. И инструкция, как этим всем пользоваться. Кто будет заказывать, я оставлю ссылочку внизу, почитайте. Это все происходит у нас в Харькове. Ну что, начнем? Интересно. Да. Нам нужно азот вылить, равномерно распределить по кукурузным палочкам, чтобы они напитались азотом. Я сразу скажу, что азот это не совсем страшно, как кажется со стороны. Если им правильно пользоваться, ничего плохого не произойдет, можете не бояться и 102 не звонить. Значит, мы равномерно распределяем на поверхность палочек азот. Не переживайте, даже если там чуть-чуть азота выльется к вам на руку, как бы ничего абсолютно не произойдет. Он вам выглядит очень круто. Еще немножко, да, наверное, нужно добавить? Да. Ну, скажем так, выглядит оно как будто бы как какое-то, я не знаю, волшебство. Какое-то волшебство и, ну, завораживающее, да, скажем так, да, Юля? Да. Ну, Юль, давай, тебе выпала честь попробовать это чудо-диво-блюдо. Сначала берем палочку. От нее уже веет холодом. Просто она такая красивая. Она такая, она просто не сказочная какой-то. Мы будем смотреть ночью фильмы. Хочу с тобой потанцевать. Хочу назвать тебя любимой. Могу с тобой всю ночь совсем не спать. Я хочу ходить с тобой по крышам. Давай, Оля, ты делай его. Сначала нужно держать палочку. Оля, у тебя получается. Класс. Эх, сейчас попробуем. Оно как мороженое. Летом, кстати, это будет особенно актуально. Ну, ребят, что я могу сказать? Очень холодная кукурузная палочка. Очень необычный вкус. Вернее, вкус обычный абсолютно. Но из-за того, что она ледяная, она холодная, она... Это что-то такое... Не ежедневное, скажем так. Я вам могу сказать, что попробовать точно стоит. Попробовать точно стоит. И, возможно, если это делать... жару, при 40-градусной жаре или хотя бы по 35 градусов, я думаю, что это будет классно. Вот Оле лучше получается, мне нужно научиться. Это как кальян. Из пара можно делать разные трюки. Например, паровые кольца, паровые торнадо, выпускать пар изо рта и носа, а также выпускать его на разные поверхности. Азот при попадании на продукты мгновенно их замораживает. А сам испаряется, оставив после себя эффект криогенной заморозки. Смотрится безумно эффектно. Класс, ты хочешь попробовать? Ну, вообще да. Ну что, мы попробовали сегодня молекулярную кухню, доступную для всех. И, кстати говоря, скажу по секрету, остается очень много азота еще в баночке. И использовать вы также можете и свои кукурузные палочки. Также скоро здесь, в этом магазине, где я все это заказывала, впервые, я люблю пробовать новинки, и сейчас в Украине это первое дыхание дракона, которое можно принести на дом. Пожалуйста, в термосе, здесь минус 80 градусов Цельсия. 196. А, 196, Оля знает.
Вот. Если вам интересно, ссылочку на производителя и на молекулярную кухню, где все это можно заказать, я оставлю в описании, кому интересно. Ну а мы под впечатлением очень большим вас ждет нитро-йогурты, нитро-мороженое, нитро, вообще куча всего. Кому интересно, это способ максимально быстрого замораживания продуктов без потери их полезных качеств. Вот. Это называется нитро, да. Поэтому, что классно в этом всем, то что благодаря технологии быстрого замораживания все продукты остаются очень свежими и качественными, и, допустим, те же самые йогурты или те же самые мороженое, оно практически из натуральных продуктов. Поэтому, Юля, это маленькое отступление, извините. Надеюсь, что ты мне помогла рассказать. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на кухню молекулярную, кому интересно, потому что это самая доступная кухня на сегодняшний момент. Вообще, ну, если вы знаете, молекулярная кухня, она дорогая, а здесь можно все попробовать недорого. Вот. Всех люблю, целую, подписывайтесь на мой канал. Пока. Пока.